Всем привет! В сегодняшнем видео будем делать розы из кухонных салфеток. Если вам интересно, оставайтесь со мной. У меня на канале уже есть такой мастер-класс. Тот мастер-класс снимала 4 года назад. Он немножко неудачный, и многие просили не переснимать. Итак, нам нужны вот такие салфетки кухонные. В Украине они назывались фрекенбок. Я все вырезаю на глаз. Я приблизительно около 6 сантиметров режу вот такую полоску. Вот такие три полоски. Теперь с этих полосок режем квадраты. Тут 4 слоя, по каждому 4 лепестка. Формируем лепесточек. Вот такие лепесточки нам нужно сделать. Вот у меня получилось 36 лепесточков. Я разделю пополам. Вот. Будем собирать. Вы обратите внимание, что все лепестки, они не похожие. Возьму, который более маленький получился уже. Вот тот широкий, это уже в конце я. Вот делаю вот такую серединку. Скручиваю вот таким образом в трубочку. Наношу здесь клей горячий. Чуть-чуть кончик обрезали. Смотрите, вот какая роза у нас получилась. Теперь можно вот с этой стороны, если есть необходимость, срезать подровняться. Давайте повторим еще раз. Вот такие розы получаются. Есть разных цветов. Вот розовый, вот такой желтый. Есть это для, это, по-моему, для мытья полов. Он большой, огромный прям. Вот оранжевый. Есть такой голубенький. Если взять голубенький и желтый, получится цвет украинского флага. У меня даже попадается и белый. Теперь давайте соберем в букет. Из 10 салфеток у меня получилось 19 роз. Вот такой шар. Диаметр шара 10 сантиметров. Вот такая. Это от зеркала. Я сняла зеркало. Вот такая подставка получится. Теперь я вот сделаю здесь отверстие.
нужно найти зеленую салфетку тоже. Но я, у меня нету, я возьму фетр. Нужно вот это здесь склеивать. Вот в итоге, что у нас получается, вот здесь пустоты, я решила добавить вот такую травку. Вот такой букет у нас получилось. Пусть кто-то скажет, что некрасиво. Некоторые скажут, что ерунда, салфетки, розы. Поверьте мне, очень много девчонок не могут себе позволить купить какие-то ленты. Это декоративные штучки. А так, купили пачку салфеток, какой-то пенопласт. Можно пенопласт даже заменить. Вот подставку можно и фужер применить, покрасить фужер. Если кому интересно, я даже покажу, как можно сделать из фужера. И сделать подарок для своей мамы, бабушки. Почему нет? Такой букет будет стоять у вас на кухне, на окне. Будет радовать глаз. Смотрится симпатично. Если кому интересно, я покажу уже, как сделать декоративные шары. Я их, кстати, продавала в одно время. Куплю подходящие салфетки. Это у нас плотные, но нам нужно более тонкий. Мы вместе с вами обязательно сделаем. Хорошо, что шар нужен маленький. И даже 8 сантиметров подойдет. Я думаю, вам такая идея пригодится. Всем спасибо и всем пока!